Наше Высокопреосвященство, дорогой Владыка Владимир, благодарим вас сердечно, что вы вместе с нашими собратьями Архиереями приехали к нам для совершения Божественной службы и другим церковным делам. Мы, наша Арсеньевская епархия, рады этому и особенно совместному служению, которое мы вместе здесь совершили. Сегодня Святая Церковь совершает память святых праотец, которые жили в глубокой древности, в Ветхом Завете, и показали нам пример послушания Богу, послушания своему своим отцам, и тем самым показали, как и нам надо жить достойно, почитать священноначалие, почитать своих духовных наставников. Сегодня также память Даниила Московского, Даниила Столбника, дивного древнего святого. И хотелось бы привести такое сравнение, что монахи, которые уходили от мира, удалялись в пустыне, чтобы никто не видел, чтобы предстать наедине с Господом молиться. Но некоторые в ущелье, в пещерах прятались, чтобы никто не видел. Но был такой особый чин, когда совершали молитвы на столбах, можно сказать, на обозрении всех. Немножко удивляло это древние святые, но Господь принял это. И вот архиереи и священники часто в некотором смысле уподобляются столбникам, потому что нам приходится стоять на возвышенном месте и совершать свою жизнь на глазах у всех людей. И это не так просто. Поэтому, дорогой Владыка, желаю вам духовной крепости в нашем непростом климате, крепкого здоровья, мира сердечного, радости о своих духовных чадах. И также хотелось бы начинание следующего года, который будет посвящен семье, пожелать крепости вашей пастве, нашей общей пастве, православной церкви, потому что церковь — это большая семья, и мы, священники, епископы, священники, диаконы, предстаем пред престолом, вместе с народом молимся за спасение нашей России, за укрепление нашего Отечества, готовим людей к Царству Небесному. И хотелось бы, чтобы мы, прежде всего, священнослужители, наши пастыри, были примерами для наших прихожан в семейной жизни, в воспитании прихожан и, конечно же, готовили детей на служение церкви, на служение Отечеству, потому что семья сейчас под большим прицелом в радости, и хотелось бы, чтобы семья укреплялась. Поэтому об этом говорит Святейший Патриарх Кирилл, и вы об этом много говорите. И это сейчас основная задача приводить людей, детей наших в церкви, приводить к вере, к благочестию. И простому воспитанию сейчас дети, можно сказать, лишены простых любви родительской во многом, и простого образования духовного и нравственного не хватает. Поэтому хотелось бы, чтобы наша соборная молитва за детей укрепилась, и мы все священнослужители особо внимание уделяли воспитанию и спасению нашего подрастающего поколения, нашего будущего. Благодарю вас, Владыка, и разрешите вручить вам букет алых роз, белых роз.